Сейчас я покажу несколько опций, которые будут вам встречаться при использовании этого свитка. Первое. Контролирую руки. Стопа на пятку. Поднимаю таз коленей вместе. Поворачиваю колени, а он упирается в этот рукой в пол. Что я здесь делаю? Я быстро меняю руки. Я хватаю его рука вот этой рукой. Встаю на эту руку. Этой рукой сильно дергаю на себя. Контроль рукавом. Стопы вместе. Поднимаю колени, он упирается. Сразу же перехватываюсь, встаю на локоть. И вот под себя будет тяжело поднять. Я выдергиваю в ту сторону его руку. Дальше. Отпускаю, перехватываюсь. Могу работать. Также, когда он выставляет руку, у меня есть несколько вариантов для атак. Я могу выдергивать руку здесь, но также я могу идти на кимуру. Я обхватываю руку выше локтя, беру захват на запястье, сцепляю руки и поворачиваюсь на другой бок, уводя его запястье ему за спину. Я крещу свои ноги так, чтобы мое верхнее колено легло ему на таз. Я плотно сжимаю его колени, чтобы он не мог двигаться. Делаю кимуру. Обязательно нужно схватить его таз. Если вы не схватите таз, люди будут выкручиваться. Плотно сжимаю. Могу скрестить ноги вот так между ног, если получается. Могу скрестить вот здесь. Я не развожу колени, я очень сильно его сжимаю, чтобы он не мог двигаться. Делаю кимуру.